не отсюда. Я из другого измерения, вокруг все странно круто. Мы классно отожгем. Я не отсюда. Я из другого. Болтаю с отукейками. А теперь что зовут нас подавление галлюциногенной радости? Нет такого завода. Мы отправляемся в аметистовую аркаду. Не будь таким задротом. Стар, ну и где мы теперь? Не знаю. Это ведь ты выхватил у меня ножницы на полпути. Ненавижу туалетных демонов. И гаси перья. Марго, хватай их. Я их взял. Я так матер. А я помидор, ты грозный сеньор. Что ты наделал? Как же мы вернемся? Приветик. Том? Стар, я почувствовал, что тебе нужна помощь, и сразу бросился сюда. Надеюсь, что ты также бросишься в мои объятия. Я, Марко, Людо, ты помогать нам! Ничего не говори. Ты сводишь все мои глаза с ума. О, Стар, я могу заставить твои сердечки светиться ярче. И для этого у меня есть своя волшебная палочка. Что это за трехглазый придурок? И что это за зал никчемных ничтожеств, наблюдающий за нами? Где Стар? Она бросила тебя! Променяла на первого же привлекательного сексуального горячего парня! Ты просто неудачник! Зачем тебе он, когда есть я и мои огненные кубики пресса? Твои кубики пресса не приготовят мне начос. Ладно, пусть так. Но мы все равно не сможем их найти. На поиски уйдет вечность. О, вот же они. Стар, отдай мне палочку, и этому мексикашке конец. Бананово-кружевное пупырчатое цунами. Бананово-кружевное, бананово... У тебя нет здесь власти. Понимаешь, в моем доме не работают силы бобра. А теперь быстро отдай мне палочку. Давай, я жду. У тебя 45 секунд. 45. 44. Помоги мне спасти Марку. Стар, я помогу тебе при одном условии. Мы снова начнем встречаться. Это сейчас совсем неуместно. Что? Тогда мне жаль, Марка. Или ты поможешь мне, или я использую палочку не по назначению. Мистер Джингл, свернись! Больше никогда не буду заказывать чертовых кроликов на Алиэкспресс. Стар, зачем ты это сделала? Без него мы не сможем вернуться домой. Супер! Погнали! Всем и каждому из вас земной и грязной кровки. Я вернусь сюда со своим поиском и не оставлю здесь камня на камне.